Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Линсмен Новый. Я хочу продолжать делиться с вами информацией для любителей криптомонет. У меня сегодня букс, так вот у него название, CryptIFO, как-то так, где нам абсолютно без вложений на просмотре сайтов и кране, здесь замечательный кран, дают зарабатывать коины, коины конвертируются в криптомонеты. Регистрация здесь наипростейшая. Логин, email, пароль, повтор пароля. Ставим галочку, разгадываем капчу, кликаем зарегистрироваться. После мы попадаем в кабинет, но надо перейти на почту будет и обязательно подтвердить адрес электронной почты. Без этого нам вывести не дадут. Значит, это домашняя страничка. И логин рекомендуется писать как бы с цифрами. Чтобы были и буквы, и цифры. Понимаем, да? Далее что? Здесь вот у меня баланс. У меня 400 коинов. Это я посидела просто на кране. И я вчера его проверила на вывод. Я вчера заходила в него. Так, где он? Где он? Вот крип. CryptIFO, вот этот, я выводила в Solana монет, 632 Solana, 4 июля, сегодня у нас 5. Значит, давайте пойдем по порядочку. У меня темная тема, можно сделать светлая тема, возможно, оно и лучше кому-то. Значит, есть ежедневный бонус. Давайте получим бонус. 10 монет дали вот этих коинов. Далее что? У нас здесь кран, короткие ссылки и рекламка ПТС, АДС. То есть серфинг. Давайте пойдем по порядочку. Тут я как бы, да, слева у нас меню. Это домашняя страничка, вот она. У меня 410 монет. Далее вкладочка реферал. Находится реферальная ссылочка, если кому надо приглашать партнеров. Следующее у нас, это нам не надо, это достижение. Даже сейчас посмотрим. Ну да, это достижение. Далее что? Вывод. Значит, по поводу вывода. Значит, что у нас здесь? Видим. Вкладочка вот эта Faucet Pay. У меня на балансе 410 вот этих монет. Пойдем по порядочку. Кликаем на этот Faucet Pay. Далее что? Минимальный вывод здесь 75 коинов. Набрать их абсолютно легко, два раза на экране, или же собрать, просмотреть всю рекламку. Я просматривала уже рекламку, у меня 4 рекламки осталось. Значит, на Faucet Pay Litecoin, Bitcoin, Tron, далее что, Dogecoin, Solana, USDT, Ethereum и Binance Coin. Все по 75 коинов, друзья. И обращайте, пожалуйста, внимание, что вы видите, лайткоин заполнен на 100%, биткоин на 71%, трон, сколько, 91%, по-моему, догикоин на 15%, солана на 19%, ну и так далее. Видите, интериум пустой, как бы, и бинанскоин на 14%. Значит, можно. Кликаем в лайткоинах, биткоину. Так кликаете, выбираете любую монетку, какая вам нравится. Я выводила в Solana. Кликаю Solana на 19%. Не знаю, если хватит мне вот этих моих коинов. Если нет, в лайткоинах выведу. После чего кликнули, видите, рамка такая. Вот здесь Next. Далее. У меня уже прописан адрес. Я взяла с Faucet Pay. 410 монет. Они стоят по умолчанию.
и они сразу же конвертируются, видите, в криптомонеты. И если вы выберете Litecoin, значит, здесь у вас будет уже стоять Litecoin, ну и любая криптомонета, которая вам надо. Далее разгадываем капчу, кликаем вывод. Все, 410 вот этих монет, они ушли на Faucet Pay. Инстантом я обновляю страничку. Крипт и вот этот 3285 Solana монет. 5 июля. Платит инстант. Все шикарно. Далее. Баланс мой по нулям видим, да? Теперь по заработку. Кран у нас есть. Кликаем кран. Автокран я не лезу. Здесь тоже очень мало монет. Там по 5 монет. Сейчас я вам покажу. Вот здесь, конечно, на кране я посижу. Кран шикарный. Мне очень понравился. Даю 1000 вот этих клеймов в день. Это даже и сотню не пройдешь за день, конечно. Значит, кликаем на вот эту вкладочку Claim Reward. Разгадываем капчу. Что у нас? 1.6.8. Значит, 1.6.8. Далее капча. Все шикарно. Капча тоже без заморочек всяких. Готово. На вот эту вкладочку. 50 монет вот этих коинов засчиталось. Таймер здесь 5 минут. Пошел отсчет таймера. Далее опять кликаем кран. Этот я вам показала, автокран. Если, скорее всего, он будет доступен, кто просматривает эти короткие ссылки. Я сюда не лезу даже. Далее что? И вот этот кран, он дает по 5 монет, как бы. Ну, я как бы... Лучше как бы вот на этом, на обычном кране там 50 монет. Значит, 2, 3. 2, 3. Нет, ребятки, что-то я. 4, 3, 2. 4, 3, 2. И где у нас эти мотороллеры? Дальше. Ну и все. Готово. Клейм. 30 секунд. Я здесь, как бы, я на обычном кране сижу. Так. И серфинг. АДС, ПТС. Значит, по 30 секунд. Значит, на 90 коинов. Здесь у меня было больше коинов. Как бы, да, я просматривала рекламку. Но, тем не менее, все по 20 коинов. Кликаем. 10 секунд. Сейчас загрузится. Идет отсчет таймера. Шикарный, конечно, букс. Мне понравился. Мне понравился кран. То, что он 5, там 5 минут. И по 50 монет. Это можно... Ну, мне очень понравился. Чего я вам рекомендую. Как бы на нем сидеть. Ну, тем не менее, это каждому свое, как говорится, это дело хозяйское. Все, за отчет. Осталось мне тут 3 рекламки-то я после просмотрю. Ну и все. Так, короткие ссылки – это пожелания. Affirmal – по желанию. Я сюда не лезу больше, ничего здесь не хочу. Как видите, у меня уже на балансе 75 вот этих коинов. То, что мне доступен, уже вывод. Видим, да? Потому что здесь минималку набрать, 2 раза на кране посидеть, и, пожалуйста, вывод готов. Кликаем вывод. Не знаю, дадут мне второй раз сейчас вывести или нет. Опять же таки, можете выбирать Litecoin. Я выберу Solana. Кликаю Next. Это у меня 75 коинов Solana, 595
вот этих монет. Сейчас посмотрим. Вывод. Все, монетки отправились. Опять я обновляю страничку. Так, 594 Solana монет. Крипт и о, как-то так, в общем. 5 июля платит инстантом. Все шикарно. Ну и все, в принципе, что еще здесь показать, рассказать такого и нет ничего. Здесь эксперты как-то, я не знаю, все идет, как бы это уровень, что ли, лишь. Да, будет уровень повышения уровня, не знаю даже на что он тут влияет. Здесь оповещение, здесь что? Профиль, история. И история, что вывод, и вот все, пайт видим, да, мы как бы 20 часов назад, 5 минут, 56 секунд. Далее что здесь? Ну и все. И выход. В общем, кому интересно, работать и зарабатывайте. Неинтересно, проходим мимо. Также хочу обратить ваше внимание, чуть не забыла, есть чат. Хотите, можете общаться. Ну, реферальные ссылки здесь, конечно, запрещены. Любые ссылки. Иначе забанят. Всем удачи, всем пока.